Традиционные узоры должны вернуться в моду, решили общественники из Находки. Татаро-башкирская организация выиграла президентский грант и объявила по всему Приморью конкурс «Этностиль». До 31 мая в музее Находки принимают эскизы работ в 6 номинациях – этнографика, этнодекор, этномотивы в бижутерии, аксессуарах, элементах повседневного костюма, а также этностиль в промышленном дизайне. К участию приглашают дизайнеров и любителей рукоделия всех возрастов. Главное условие – эскизы должны по-современному отражать художественные традиции народов, населяющих Приморье. Лучшие работы представят на этнодефиле в июле. И вот эта общая коллекция, которая получится, это и будет некий такой этностиль, общее представление, что такое Приморский край сегодня в этническом его воплощении. Это такая сложная задача. И ну, в дальнейшем на этой выставке мы хотим посмотреть, что получится, и надеемся, что многие производители возьмут идеи детей в работу. И у нас появятся и футболки, это стиль Приморья, и одежда красивая.